Анатолий Эдуардович, рад вас приветствовать. Мы в очередной раз приехали к вам в гости в Республику Беларусь, город Минск. И сейчас мы находимся... А откуда вы приехали? Мы приехали из Одессы. Одесса. Да, из такого побережья Жемчужного моря, как многие знают. Проделали такой немаленький путь. И рады вас видеть в полном здравии, в полном таком боевом, хорошем смысле настроения. И хотел бы нашу встречу начать с такой знаменательной даты, которая состоялась в вашей жизни буквально вот неделю назад. 16 апреля вам исполнилось 72 года. Я с вами достаточно долго, давно и, так скажем, часто общаюсь и вижу, что вы человек, мужчина, который далеко чувствует себя не на 72 года. Что вам помогает оставаться вот таким энергичным, продуктивным, результативным человеком, как для многих может показаться в таком уже сильно взрослом возрасте, 72 года. И чувствуете ли вы себя на 72? Добрый день. Нет, конечно, я не чувствую себя на 72 года, но что помогает мне быть в активной форме, я тренирую свою главную мышцу, мозг. То есть я думаю все время, я работаю все время, у меня нет ни выходных, ни праздников, ни ночи. Я просыпаюсь, у меня мозг работает, я все равно думаю о решениях, как улучшить там анкерную опору, или подвижный сустав, или аэродинамику, или как сделать там космический грунт, вот я могу там пару слов сказать о нем, или как вот вынести индустрию в космос, или как построить линейные города, и как оптимизировать земледелие там, и как получить гумус, на котором будет расти почва. Не просто получить, а какая технология до мелочей, да? Я не могу долго думать об одном и том же. Поэтому, а еще Карл Маркс, по-моему, говорит, что я отдыхаю, когда делаю другую работу. И поэтому, поскольку я все время переключаюсь, то я фактически-то и не работаю, и не нагружаюсь. Потому что если от чего-то устаю, какой-то мысли, я перешел на другую, и она новая, и дает снова силы, бодрость, надо ее найти это решение. Да? Ну, еще и физическая нагрузка, я никогда здоровьем, кстати, не отличался. Ну, как видите, я вот, мне уже 72 года, я чувствую себя лучше, чем 40 лет назад. И, вот, наверное, вот я занялся вот этой проблематикой. Вот. И первую книгу вот тогда стал писать, вот, «Тронная транспортная система на Земле в космосе», и я назвал именно струны, потому что струна – это преднапряженная конструкция. И поэтому, вот, собственно, бренд технологии пошел вот с тех времен, струнный транспорт Юницкого. Это изначальный бренд был, и он продолжается сейчас, потому что мы находимся в офисе компании, которая называется «Струнные технологии Юницкого», а на английском «Юницкий струнный технологий», UST. Это тот бренд, который сейчас максимально сильно масштабируется. Он всегда и был. В промежутке были разные бренды, но они торговые, они не технологические. То есть это, как автомобиль. Там Ford может иметь автомобиль разные модели, имеет разные названия. Да. Ничего страшного. Технологии-то автомобили производства Ford, но у каждого еще может быть. Абсолютно у каждой модели может быть свое индивидуальное название. Поэтому СКВ это было одно из торговых названий. Его больше всего использовали как раз в краудинвестинге. Оно там и остается, и работает. Хотя это, в общем-то, по большому счету, инвестиции привлекались не в SkyWay, а в UST, струнный транспорт Юницкого. Который включает в себя не только небесную дорогу. Да. Здесь струнные технологии шире, там есть и струнные мосты, и струнные вакуумное стекло, там струнные взлетно-посадочные полосы, и вообще планетарное транспортное средство, которое вот обеспечит вынесение земной индустрии в космос, это тоже струнная система, потому что эта конструкция преднапряженная. Представьте, длина кольца по экватору 40 тысяч километров, а диаметр 2-3 метра. Разделите, один там 20 миллионов. Это паутинка на фоне небоскреба, вот такие масштабы. И если эту паутинку не натянем, она же потеряет устойчивость. Да? Поэтому эта конструкция тоже преднапряженная, и поэтому она и может выйти в космос, не потеряв вот эту идеальную форму круга.
и выполнить ту задачу, которая перед ней стоит. И, собственно, с этого-то я и начинал и струнные системы изобретать. Вот именно с этого. То сначала я где-то в школьные, вот, студенческие годы у меня пришла идея вот, общего планетарного транспортсредства, и потом от нее уже отпочковалась струнная система, которая известна с КВ там, или струнный транспорт Юницкого, как модифицированная эстакада. Просто я эстакаду упростил, свел его к рельсу струнному, и материаломкость эстакады, с которой должна стартовать эта вот система. Взлетно-посадочная. Да, это взлетно-посадочная полоса эстакады. Я просто снабдил его рельсами специальной конструкции и пустил юнимобиль, электромобиль на стальных колесах. Так вот и родился струнный транспорт Юницкого. Как побочный продукт от более грандиозного, от более масштабного проекта. Да. Анатолий Эдуардович, я хотел бы воспользоваться случаем и от многих сторонников того, чем вы занимаетесь, того, что вы делаете, зачитать поздравления, которые были озвучены десятками, даже сотнями людей, которые ценят ваш труд, любят вас как человека, как инженера и как человека, который, по сути, действительно сейчас стремится к тому, чтобы изменить человечество к лучшему. Я зачитаю буквально несколько таких поздравлений от наших партнеров. Наталья Шевченко написала в одной из социальных сетей такие поздравления. «Наши поздравления, дорогой и любимый наш инженер, профессор, академик, изобретатель. У вас много регалий, все не упомнишь. Здоровья вам, сил, свершения всех ваших мечт. Никакая сила не остановит человека, если он упорно идет вперед к мечте. А мечта у него одна – улучшить качество жизни людей на Земле. Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди. Пусть успех и удача везде сопутствуют вам. С днем рождения вас, Анатолий Эдуардович». Гульнара Ниязова написала. «От всей души присоединяемся к замечательным поздравлениям. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть Вселенная помогает во всех ваших бравых делах. Мы вас очень уважаем и ценим. Благодарим вас за то, что вы есть, мы с вами». И таких поздравлений, на самом деле, их сотня прозвучала во многих социальных сетях. Ну, более того, я уверен, что и тысячи людей, которые знают о вашей дате рождения, в этот день поздравляли спасибо вас. Спасибо за поздравления. И здесь действительно было много. И это в основном наши инвесторы. И только благодаря им, собственно, я делаю то, что... Вот то, что мы имеем и то, здесь, есть, да, и сейчас я же нахожусь вот, да, в своем кабинете, где проходят совещания, встречи, переговоры. Ну вот давайте об этом. В нашем здании. Вот об этом поподробнее хотелось здании, бы. В нашем здании, да. Потому что мы в прошлый раз были полгода назад и увидели изменения, которые произошли в целом, так скажем, в компании. Да, и когда в 2020 году компания переехала в собственное новое здание с гораздо большей площадью для комфортных условий той команды, которую вы создали. И в прошлый раз не было такого замечательного кабинета, когда мы были. Я помню, он только готовился. И я увидел ряд изменений, которых не было в предыдущем кабинете, в предыдущем офисе. Вот на заднем фоне я обратил внимание, очень красивые живые растения находятся. Но я так понимаю, они не только для эстетического удовольствия. Здесь есть какой-то уверенный, есть какой-то еще смысл. Есть, конечно. Но я еще хочу про здание досказать, да? Это 9-этажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров. Это наш офис. При этом здесь находится наша главная инжиниринговая компания, вот UST, Юницкий Стринг Технологис. Но владелец этого здания и другой недвижимости, у нас вообще 36 зданий и сооружений. 36? Да. Поменьше, чем эти, но все равно серьезные здания и сооружения в нескольких странах. Ими владеют наши инвесторы. Ну, я как тоже соинвестор, как главный инвестор, тоже совладелец. Поэтому, ну, это наша общая собственность, которая приобретена за те инвестиции, которые, ну, инвесторы вложили в технологию. При этом, если взять 15 этапов, ну, которые, собственно, сейчас выполняются, там не было, что здания будут в собственности. А сейчас у нас 36 зданий и сооружений.
впечатляет. В собственности, да. И представитель материнской компании, где все наши инвесторы. Я правильно понимаю, что по сути от размера инвестиций, которые были от всех инвесторов, вот в зависимости от того, сколько, так скажем, человек владеет долями компании, по сути, в какой-то степени он владеет сантиметрами или метрами той или иной недвижимости. В том числе де-факто. и квадратными метрами. Когда дороги будут строиться, то тоже, естественно, да. Но это будет все зависеть от капитализации, естественно. Мы уже на это выходим. А здесь это космический грунт. Это когда, вот, ну, представьте, мы вынесли индустрию в космос. Заводы, фабрики, электростанции, их же надо обслуживать. Пусть меньше, чем на Земле, там будет роботизация, автоматизация, механизация и так далее. Искусственный интеллект там будет, естественно, тоже работать. Но и люди тоже должны обслуживать. Да? И если даже будет там 0,01% всего лишь населения обслуживать, так это миллион человек. Ну, тогда где-то 10 миллиардов будет человек, ну, это миллион человек. А где жить, как жить? Поэтому там должны быть созданы условия для проживания, которые, ну, не хуже, чем на планете, на нашем родном доме. И поэтому разработана, ну, у меня есть еще одна компания инженерной технологии, которую я финансирую, потому что инвесторы на это деньги не дают, это я уже из тех, что зарабатываю деньги. Это исключительно связано со Spaceway. Да, это Spaceway, но это то, что изначально я уже, ну, больше 50 лет этим занимаюсь. И тогда, это то, с чего вы начали, как вы. Да, тогда я один финансировал и сейчас, потому что я не могу приглашать инвесторов или деньги, эти инвестиции, что даются в сторону транспорта, направлять сюда, это будет не целевое использование. Хотя там ограниченные возможности у меня, ограниченное финансирование, но мы делаем очень много. Очень много. Сейчас уже проводим чего-то конференцию в этом году международную. И в рамках вот этих работ в инженерных технологиях мы в том числе проработали концепцию эко-космодомов. Когда в космосе, ну, представьте, космический дом где-то размером так, метров 500 километров. Это цилиндр, или тор, или шар, который вращается вокруг оси, поэтому там возникают центробежные силы, и можно насыпать слой почвы внутри. То есть полностью по всему. Полностью, да. По радиусу. И поэтому мы будем как бы жить не на Земле, а мы изнутри Земли. Изнутри. Кстати, есть же теория, что плоская Земля, но да. Есть же чудиков много, да? Много. Так есть чудики, которые говорят, что на самом деле Земля-то пола, и там тоже живут. Даже есть фильмы об этом, да? Да. Так вот, представьте, космодом вот такой, да? И там вот врачи сады. Лужайки будут, ручьи течь, птички, животные, и люди будут жить, ну, в домах, конечно, которые будут другими, и там будет микроклимат оптимальный для нас, это субтропики, да? Где, когда круглый год тепло, и в районе там 20 градусов, там, чуть меньше, чуть больше, это оптимально для нас, да, комфортно, влажность и так далее. Но космические эти дома, они уязвимы. И любой космический аппарат, он очень уязвим. Вообще это, даже те аппараты, что летают, да, там МКС, допустим, космическая станция, это как чайник, вот, толщина стенки, там, несущая, порядка миллиметра. Это, ну, вот, как у чайника. Всего-навсего, да. Капли воды при скорости 20 км в секунду, ну, как вот микрометеорит, прошивает это насквозь, все оборудование пробивает насквозь, и все погибнут. Поэтому просто везет, что ничего пока крупного ни разу не ударило. А песчинки маленькие, ну, они царапают, но тоже могут пробить, если там будет, допустим, миллиметровая песчинка, она пробьет тоже насквозь. Но есть же и метеориты покрупнее. Конечно. Да. И поэтому, чтобы задержать удар метеорита размером с футбольный мяч, ну, очень редко такой метеорит бывает, но он бывает. Ну, или гаечный ключ там случайно на орбите, или там, я не знаю, кто-то тоже что-то выбросил, и там что-то любые летает. Другие предметы. Ну, предметы. Хаотично в космосе могут находиться. Дело в том, что там можно даже пакет с мусором выбросить, и при скорости 8 км в секунду пакет мусора будет сильнее, чем снаряд весом тонну. Обычный снаряд. Удар будет сильнее.
Поэтому должна быть толщина, чтобы не пробило. Потому что когда идет удар, то усилие вот так растурнется. Да? Нужна толщина. И вот самая хорошая такая защита – это почва, грунт. Она же все равно нужна, почва, да, чтобы растения росли, деревья. И да? Это, по сути, природный такой слой защиты. Нет, так, мы же не можем в горшках выращивать сады, это же смешно. И поэтому мы можем мощный слой почвы, но она достаточно тяжелая. Где-то в среднем почва там, типа чернозема весит 1,5 тонны на кубический метр. Ну, в общем-то, тяжеловато будет туда, дороговато доставлять. Поэтому почва еще должна быть легкой для этих условий. Поэтому я разработал космический грунт, где легкая минеральная часть, спиленный минерал, и поры заполнены гумусом, который мы же сами производим. Это реликтовый гумус, сделанный из угля бурого или сланцев. А бурый уголь – это бывшее дерево, которое росло несколько сот миллионов лет назад, да, которое превратилось в уголь. А это бывшее дерево – это же бывшая почва, которая это дерево для жизни взяло все из почвы, всю таблицу Менделеева. Так? Поэтому в буром угле есть все необходимые элементы для жизни. В нашем теле где-то работают 86 химических элементов. Даже мышьяк нужен нам, и сурьма там, или какие-то такие. Да? Ртуть, но в микродозах, да. Главное количество, не переборщить с количеством. Да. И поэтому здесь тоже все есть для питания растений. И вот эта почва, она весит где-то 500 килограмм на куб. Это различие. В три раза меньше. И она богаче, чем чернозем. Вот украинский чернозем, эта почва получше, побогаче. По плодороднее, да. И поэтому здесь посажены субтропические растения, они разные, лимоны, апельсины, там даже вон банан есть. Я на обед хожу, я тестирую, я не тот сапожник, который счет сапоги продает, а сам ходит без в других. Сапог. Нет, в других, потому что знаю, что они плохие, и они порвутся, да. Я на тебе тестирую, потом я на обед беру вот перец и... В обед всегда перчик. Это мята. Я свидетель этому. Это мята, она очень полезная, целебная. Попробуй. Очень ароматная. Я в чай добавляю мяту. Тут другие травы целебные, которые тоже в чае идут. Тут уже вот есть лимоны. Вот они, лимончики. И много цветов. Ну, сейчас весна. Какого размера они будут? Ну, вот такие где-то. А, как полноценный лимон? Нет, полноценный лимон, да. И бананы. Ну, правда, бананы будут такие маленькие, они самые ценные. Это карликовый банан, да? Обязательно. И еще будет... другие цитрусы мы посадим. Нужно будет снять и продегустировать. А это, посмотрите, какой красивый. Это лавровый лист. Можно вот, если надо. Это борщ, ингредиент борщ. В любом блюде. Ну, борщ украинский, да. Однозначно. Вот, могу дать листик, сваришь. Да? Да, давайте. Ты посмотри, как он пахнет, понюхай. Очень ароматно. Да, да. Поэтому здесь идет эксперимент, и я это делаю с умом. Я люблю жизнь, я люблю вот, растения, животных, живой мир. У меня там птички, птичек, они там слышно. Вы меня буквально на секунду опередили. Да. Вы когда сказали про космодом, что в нем должно быть все то, что по сути есть у нас на Земле, чтобы и... Все, только это, ничего не должно быть искусственным. Ну вот ваш кабинет – это такой прототип того, то, что будет в космической станции. Да, какие-то элементы. Элементы. Да. И здесь идет эксперимент, по большому счету. Анатолий Эдуардович, в 2014 году, когда вы обращались к людям через интернет, вы сказали в одном из, так скажем, векторов развития, когда ваша технология будет сертифицирована, она перейдет из разряда инновационного проекта в разряд инвестиционный проект. На ваш взгляд, мы достигли той стадии, когда часть ваших разработок могут уже считаться полноценными инвестиционными направлениями? Да, конечно. Мы уже в стадию инвестиционного проекта перешли, ну, сама технология, да. И часто говорят, а где же вот там типа проекты адресные? Ну, вообще-то у нас 5 трасс построено уже в экотехнопарке в Беларуси. Здесь, в Мариной Горке. Да, 2 еще строятся для тяжелых машин.
Одна трасса в Эмиратах построена, тестовая, и две трассы строятся длиной по 25 километров. Но это же не модельки, это же не примерно и не с пенопластом мы сделали. Это все один в один. Это уже, по сути, это продукт. По-настоящему промышленные образцы. Конечно, это продукт, промышленный продукт. Поэтому эта стадия уже наступила, да? И тем более, что мы уже 5 машин сертифицировали. А сколько и всего в данном момент? Мы сделали 12 моделей, причем совершенно разных. Вот часто говорят, вот там Илон Маск там сделал там модели, 2 или 3 электромобиля. Но мы это сделали 12 моделей. Спроектировали, изготовили. За такое короткое время. Да. И на своем производстве, которое создали с нуля, не имея поддержки, кроме вот инвесторов, ведь мы не имеем поддержку до сих пор, да? Ни от кого, кроме от инвесторов. Наоборот, нас пытаются сдерживать, мешать и так далее. И вот в этих условиях мы работаем, да? Создали мощное производство, оснастили самым современным оборудованием, там станки 5-координатные, 7-координатные станки, стоимостью почти по миллиону долларов. Такого оборудования нет ни в одном предприятии, вот такого набора оборудования нет ни в одном предприятии Беларуси. Это неоднократно это замечали гости, да, которые приезжали. И это тоже наше производство, им владеет наши же инвесторы, совладеют, это тоже, да. Это, я сказал, что 36 зданий сооружений, одно из них это вот наше… Производственные площади. Да, 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 достаточно большие производственные площади, достаточно большим, сложным, дорогим оборудованием, высокотехнологичным. И поэтому… Вот эту ступень мы преодолели. Преодолели. Более того, я просто, ну, в силу того, что мы подписали договор о конфиденциальности, я не могу говорить, там, страны или регионы. Регионы или какие проекты, но мы уже и по проектам работаем. И уже первые этапы адресных проектов, вот, по документам, по работе, мы уже, ну, это так происходит. Поэтому в этом году уже однозначно мы объявим о нескольких адресных проектах в этом году, которые мы уже реализуем. Не вот хотим реализовать, а мы уже реализуем. Это очень хорошая новость, Анатолий Эдуардович. Я хотел бы уточнить, вот мы в начале беседы говорили за бренд UST, за бренд Skyway. Правильно ли я понимаю, что вот этот этап, когда компания уже переходит в коммерческую плоскость, вот с этим и связана полноценная, так скажем, техническая формулировка того, чем занимается инжиниринговая компания Юницкий String Technologies. Другими словами, компания все это время и была, по сути, струнными технологиями, так? И для того, чтобы правильно… Надо понимать разницу между технологией и торговым названием, брендом. Торговая и так марка, далее. Да. Ну вот, например, я Юницкий Анатолий. Юницкий фамилия – это же основа, а имя – Анатолий. То есть есть как бы корневая вот часть какого-то бренда, а есть, ну, вспомогательная, да? Корневая струнный транспорт Юницкого. Она, он был и остается. На протяжении всех 40 лет. А это, ну, как одно из имен. Это, ну, то есть не надо к этому привязываться, потому что Skyway – это торговая марка определенного продукта на определенном этапе развития. Всего лишь. А в основе этого лежит технология, которая называется струнной технологией. Я бы так сказал, Skyway – это более такое символическое название того, что представляет собой струнный транспорт. Skyway – небесная дорога. А вот если перейти в инженерную и коммерческую плоскость, струнные технологии Юницкого, которые профильно говорят о том, чем занимается инжиниринговая компания. Такое коренное вот название, коренное, оно более… мощное, фундаментальнее. Как бы, более фундаментально. Почему? Потому что если по-английски юницкий, юницкая, да? Так. Юни – объединяющий, sky – небо, т – транспорт. Объединяющий небо через транспорт. Ну уже куда фундаментальнее. Согласен. Так, а струнные технологии Юницкого, они как раз больше информации несут, да, о, да, самой технологии, да? Ее уже не спутаешь ни с кем. А вот Skyway, часто нам прислали, вот, а мы видели отель Skyway, это не ваш отель. Ой, а там есть авиакомпания, называется Skyway, это не ваша авиакомпания. Вода. Ой, есть, да, такая. Вода есть, там какие-то строительные компании и так далее. И приходится говорить, да нет, это просто совпадение, да? Однозначно. А у струнной технологии Юницкого есть еще другие технологии, кроме вот этой, которую, в которую инвесторы вкладывают деньги? Назовите хоть одну с таким названием. Таких нет. Нет.
Да. Нет, нет, поэтому, и не будет. Поэтому мы, это основа бренда новая остается, мы в основном сейчас его продвигаем, в том числе за рубеж. Я хотел бы еще задать вам такой вопрос, который касается отношения инноваций, отношения к инновациям, так скажем, внешнего общества. Буквально недавно со своим коллегой, с Дмитрием Слюсаром, мы обсуждали то, как в мире в целом на протяжении всей истории относятся к инновациям. И вот Дима мне сказал такую фразу, говорит: «Максим, а чему мы удивляемся, когда, так скажем, мир не воспринимает что-то новое?» Говорит: «Вспомни фильм». Мы все его смотрели, это советская классика, фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». И помните, Анатолий Эдуардович, там была такая фраза, когда Иван Грозный говорит о изобретателе, который придумал там изобретение, говорит: «А я его на бочку с порохом пущай полетает». Да? И это вот на самом деле вот такое прямое отношение или показатель того, как действительно относились и раньше, и по сути сейчас также относятся. Нет, к изобретателям. Человек не изменился. Человек не изменился. Человек, по своей сути, консервативен. Это нормально, кстати. И поэтому... Иначе бы, знаете, только бегали бы, что-то новое внедряли, вообще бы все исчезло потом. Все бы... 100%. Вообще непонятно что. Поэтому в консерватизме есть тоже полезно. Сохранить то, что наработано до этого, а не растерять, да? И сейчас, кстати, вот в мире происходят события, которые мы можем вообще перечеркнуть цивилизацию, которая была, а новая не создадим. Сейчас вот такие эти процессы, и коронавирус показал, вскрыл многие процессы. Да, это хороший маркер был такой. Это очень опасно, да? Забыть прошлое и давай все по-другому переделаем. Поэтому я к консерватизму отношусь спокойно, на самом деле. Хотя это больно, обидно. Особенно тому, кого на бочку посадили. А на бочке мне не один раз приходилось летать, да. И не в одной стране, кстати. Так. Ну, слава богу, что долетал благополучно до другого места и там приземлялся. Так. Анатолий Иванович, ну вот в связи с тем, что произошла такая, так скажем, такое развитие вашей технологии и вот отношение к вашим инновациям в мире или в разных странах, к примеру, 5 лет назад и сейчас. Чувствуете ли вы изменения в лучшую сторону к тому, чем вы, занимаетесь? Нет, ко мне и технологии. К вам и технологии. Нет, безусловно. И поэтому произошла ли вот такая метаморфоза в лучшую сторону? Сожгли на костре, но кто за ним последовал, их не жгли же. А наоборот, сейчас вспоминаю, что они там великие выдающиеся ученые. Да. Естественно, стадию, когда мы не верим, этого не может быть, мы уже эту стадию прошли. Ну, как ты не веришь, если... Ну, вот, да. Ну, вот, есть вот неоспоримые стоит, факты. Вот стоит первая машина наша. В 17 году она поехала. 4 года назад. Да? При этом мы получили скорость на ней 103 км в час. Реально получили на испытаниях. Да? Это все зафиксировано. И эта машина, если сравнить, допустим, с обычным электромобилем, допустим, с электромобилем там, Tesla, да, она сложнее, гораздо сложнее, она гораздо инновационнее. Ну там что? Ну взяли известные моторы, известные обводы, каркас, там, да, на известную раму, на известные колеса, поставили, оно поехало с известным аккумулятором. А здесь, извините, все новое. От формы, от аэродинамики, что очень важно, до каркаса, двигателей, стальных колес, которые отличаются от железнодорожных и так далее. Система управления, сразу же надо систему управления автоматической делать. Автоматизированная. Система безопасности, да. Клочные узлы, они совершенно тоже другие все. И накопители энергии другие, потому что традиционный накопитель мы не ставим сюда. Да? И поэтому пришлось это разрабатывать с нуля. С нуля. Опять же, не имея поддержки, я повторяю, кроме наших инвесторов. Анатолий Эдуардович, мы это очень хорошо помним, потому что я и сотни, и на тот уже момент, наверное, тысячи сторонников того, чем вы занимаетесь, поверили в вашу технологию, в вашу идею, когда это все было на самом деле вот на картинках, на ваших чертежах и за плечами ваш опыт на тот момент в 35 лет вашего пути. И то, как сейчас за короткое время сделано больше, чем было задекларировано на момент 2014 года, за меньшие деньги. И это неоспоримый факт. И я всегда провожу такие параллели. Ближайшая страна, так скажем, которая к Беларуси находится, я знаю, вот такой большой проект, который был реализован в автомобильной сфере, это автомобиль «Аурус». Да, на который потратили гораздо больше денег, гораздо больше времени, но по сути сделали что?
Сделали тот же самый автомобиль, 4 колеса, который едет по асфальту, двигатель внутреннего сгорания и там, комфортные условия в перемещении, ну, я имею в виду, что касается салона, но не больше. Вы сделали за, по сути, за 5 лет, потому что в Беларуси вы развиваетесь так, с 16-го года, и сделали, по сути, новый вид транспорта. Да. Мы с вами знаем автомобильный, железнодорожный, авиационный, морской, подводный. И появился новый струнный транспорт Юницкого. И это, по сути, действительно зарождение новой индустрии. Безусловно. И вот автомобиль взять. На самом деле, здесь он больше 200 лет. Еще не в 19-м, в 18 веке были автомобили первые. Вообще, первая автомобильная авария в Америке была еще до рождения Форда. Первое-то было, я не помню, какой город, было два автомобиля, они умудрились столкнуться. Это был какой-то 1860-й год, я уже не помню, но где-то. Достаточно давно. Так первый электромобиль был в середине 19 века, первый, а не электромобиль Тесла. Да? Но ведь мы тоже делаем электромобиль. Все говорят, это ж что-то не понятно. Да это электромобиль, на самом деле. Только у него стальные колеса, другая аэродинамика. Другой принцип. Да, но это электромобиль, потому что электрический привод. При этом, в отличие от электромобиля для асфальта, мы можем на аккумуляторах работать, а можем иметь от контактной сети. И можем работать еще от рельсов, поскольку на земле мы рельсы не можем потоком просто это все закоротить на землю. Да? А когда мы подняты, мы можем заизолировать друг от друга, от опор и от машины. И тогда у нас не нужна контактная сеть, у нас, а питание через рельс. Этот принцип еще никто не реализовал, а нас он реализован. Поэтому здесь инновация на инновации. Так? И не надо думать, что я там все заранее проработал. Это невозможно детали. Я концепты прорабатываю. А уже детальная проработка в каждой машине – это тысячи деталей, тысячи. И на каждую из них ее надо проработать, прочертить, взаимодействовать с другими деталями, узлы, блоки и так далее сделать, да, и все это должно сработать, а не кучка деталей там на столе разложил, нужно сработать. Как единый механизм. Это сложная работа, так это уже делается командой. Я собрал эту команду, это было непросто. Опять же, с нуля фактически собрать команду под 1000 инженеров. Так. И это, опять же, очень маленькая команда, потому что более простые задачи решаются гораздо большим количеством инженеров. Да? Поэтому здесь тоже я показал сверх возможностей, как, опять же, в сжатые сроки, за малые деньги так много сделать, в том числе в создании команды. На самом деле, Анатолий Эдуардович, это нас поражает и вдохновляет, и усиливает уверенность в том, что вы сможете реализовать полноценно тот проект, за который вы взялись, который предложили для реализации. И вот в связи с этим я хотел бы задать вам такой вопрос. Мы сейчас находимся на таком этапе, когда осталось совсем немного. Ну, из что касается... Нет, как это? Я уже жизнь цикла технологий 200, 300, 500 лет. Поэтому нет. Впереди вечность. Однозначно. Я имею в виду, что касается 15 этапов. Мы прошли уже практически все 14, остался 15-й, но он основной. Основной по один из самых таких ключевых по материалоемкости, по... Да, он основной по финансированию. По финансированию. Мы его, именно мы его не реализовали не потому, что не хотели и не могли, а не было денег. И сейчас на него нет денег. Да? Потому что там надо осуществить самую сложную часть. Это трасса высокоскоростная, которая длина должна быть порядка 20 километров, не меньше. Потому что половина пути надо разгоняться, там чуть-чуть проехать, половину тормозить. И отрабатывать режимы все, и разгона, торможения и так далее. Естественно, если даже взять нужно трассу построить, да? А вот если взять аналогичную систему, там поезд на магнитной подушке, или монорельсы, или то, что уже есть, да? Или эстакада автомобильная. Вообще, чтобы 20 километров построить того, что есть, это вообще надо $1 миллиард. Да. А мы говорим, нет, нам не надо столько, чтобы построить новую эстакаду, принципиально новую.
по ней пустить принципиально новый подвижной состав, где будет принципиально новая система управления, потому что управлять на скорости 500 км в час и 100 км в час – это разные задачи, да? Где совершенно другая аэродинамика и много чего другого. И поэтому мы не делаем это, мы делаем, но только то, что можно сделать в кабинете, да? Там проектирование, разработка, расчеты, продувки в трубе, аэродинамическое, это мы делаем. А вот чтобы выйти в поле, значит, строить, но это не можем, мы это не делаем. Вы саму машину создали, которая... Она есть, машина есть, да, но она не может поехать по трассе, потому что трассы нет. А здесь, ну, на трассе там километр, она, ну, 50-60 км живет, там, ну, 100. Дальше надо тормозить, иначе надо спуститься с трассы. Анатолий Эдуардович, вот в связи с этим я и хотел задать вопрос. Вот ваше видение того, сколько может длиться 15-й этап потенциально, который не за горами, так скажем, и от чего зависит скорость реализации, полноценной реализации 15-го этапа и возможность закрытия, так скажем, входа в корневую компанию, ну, то, чем мы, по сути, занимаемся вот последние 7 лет. Ну, где-то 2 года, потому что все остальное, это вот фактически только настройку. Потому что все проектные решения есть, машина проработана. Причем мы показали один вариант машин, а есть и совершенно другие варианты, они тоже проработаны. Да? Это не значит, что там опять все сводится к одной модели. Вот самолеты взять, сколько там моделей? Сотни. Если не тысячи. Да? И у нас то же самое, даже у нас перспективное управление, собственно, с чего и начинало, и первые картинки вот в этих монографиях, там показана машина с толкающим винтом воздушным. И такой у нас вариант есть, и она хороша, эта машина, и есть преимущество. Это фактически, сейчас же тоже можно сделать электросамолет. Ну как ты, интересно, провода к самолету протянешь, да? Катушка, есть даже такие проекты, типа рассматриваются с катушки, провод тянется за самолет. Там есть солнечные батареи, есть аккумуляторы, но это же надо тонны возить с собой, да? Конечно. При этом у самолета, он же держится за счет воздуха. И почему он держится в воздухе? То, что за счет движения вперед, при обтекании он отбрасывает воздух вниз, возникает сила, которую поддерживает, подъемная сила. Но он же отбрасывает воздух, и уходит энергия, причем колоссальное количество энергии. Это же все снижает эффективность, да? Конечно. Потому самолет не может быть эффективным транспортом. Он самый затратный, да? В силу этих причин. Ну, это физика. Да. А у нас-то не надо поддерживать наш самолет. Мы устойчиво едем. Крылья не нужны. Да. Крылья не нужны, да? Да. И воздух не должен держать, он просто должен обтечь и создать минимальное сопротивление. Но это самолет фактически. Там аэродинамика самолетная, скорость самолетная, да? Поэтому самый эффективный самолет у нас, электросамолет, будет наш юнилет. Высокоскоростной. Да, юнилет. Анатолий Эдуардович, с чем связаны сейчас сложности в том, чтобы приступить к реализации? Первое, это мы понимаем финансирование, наличие финансирования. Основная сложность. Ну, и, а что касается локации? Локация, мы нам первый раз отказали, это было 3 года назад. Вот если бы нам не отказали, по надуманным причинам, там основной причиной, что птичек жалко, юнибус уже большая скорость. Отказались здесь? Да, птичек много погибнет, ну и цены деревья, породы деревьев будут вырублены, когда трасса наша пройдет по болоту. Там, ну какие-то уникальные, естественно, пальмы растут, ну, у нас тут или что-то еще такое. Да? Поэтому это были надуманные причины, там причина в другом была, конечно, нам отказали, но мы сейчас начали вторую процедуру. Она уже фактически почти завершена. Если нам не откажут выделить землю, значит, локация будет Беларусь. Допускаете ли вы варианты? Локация, если нам откажут, ну, нет проблем. У нас есть несколько локаций в других странах. И одна из них и Эмираты. Но в Эмиратах тоже не так просто работать. Там все намного дороже. Вот если взять Беларусь, там же уровень жизни выше. Там стоимость материалов, там всего выше, да? Да, поэтому, если там делать, то боюсь, что нам не хватит денег тех, что мы продекларировали в 15-м этапе. Да? Но есть еще другие локации, где, в принципе, приемлемы будут цены, да, и мы можем при получении земли
И при наличии финансирования, ну, за 2 года эту работу, ну, реализовать, да. Но на самом деле реализация уже сейчас идет, уже же машина есть и так далее. То есть не обязательно надо ждать, все думают, что надо обязательно дойти до конца, сертифицировать и так далее. Никто так бизнес не делает. Если взять, допустим, Airbus, который решил сделать Airbus A380, так у них были только чертежи, у них не было аэробуса. А Дубай у них уже купил несколько десятков самолетов. И самый крупный авиапарк А380 это в Дубае. И те продали дешевле, потому что были еще стадии чертежей. Поэтому мы тоже работаем с заказчиками, они у нас есть, и они готовы уже покупать все это. Но главное вот как бы начать делать и показывать, что мы уже это делаем направление. Как только мы, вот, образно говоря, поставим первую опору, уже можно говорить, что мы начинаем проекты высокоскоростные. Анатолий Дорогий. Почему? Потому что мы показали, что это мы же тоже не верили. Кстати, когда я приехал в Беларусь и вот нашел этот заброшенный танковый полигон, никому земля не нужна была. Писатель располкома говорит, ну, кому эта земля нужна, там, ну что там, ямы, берите, болото, да? Пропахло порохом, это, там все равно ничего не растет, берите. И говорит, я не верю, что у вас что-то будет работать. Ну вы, ну берите, ну вдруг что-то получится. Он не верил, что оно поедет. И никто не верит, что поедет. Ну, оно же поехало. Причем поехало так, как я говорю. И не только поехало, если говорить конкретно о Земле. С достижением тех параметров, о которых мы говорим, я говорю, да? И поэтому высокоскоростное направление тоже проработано. И у нас есть доказательная база, что я умею, мы умеем правильно рассчитывать, да? Правильно проектировать конструкцию. Поэтому поверят тому, что это так будет работать. И тогда однозначно можно будет реализовывать эти высокоскоростные проекты. Их много. Я вам хочу сказать, когда я впервые увидел вживую те подвижные составы, которые вы первые показали, первый Юнилус, первый Юнибайк, они были абсолютно другими, не такими, как мы себе их представляли, и не такими, как они рисовались на картинке. Они были намного лучше. То есть, так скажем, вы удивили на тот момент впервые, что вы делаете лучше, чем декларируете, Анатолий Эдуардович. И это факт. Нет, ну там еще и другое. Я не показываю все. Не надо, неправильно все показывать, да. Тем более, есть и конкуренция, однозначно, есть и другие вещи, да. И, как говорят, есть поговорка, хочешь насмешить Бога. Расскажи о своих планах. Да, расскажи о своих планах. Поэтому планы-то мы говорим, в общем, а в детали не надо, да? Однозначно. И поэтому высокоскоростная система будет не совсем та, которую вы себе представляете. Она будет лучше, гораздо лучше. Мы в этом не сомневаемся. Да. Анатолий Эдуардович, из вот предыдущего вопроса, который мы обсуждали, правильно ли я делаю вывод, что капитализация и монетизация, по сути, технологии, и инвестиции, которые привлечены сейчас в технологию, могут наступить и раньше, до момента, когда мы, так скажем, реализуем все 15 этапов. Допустим ли такой вариант? Нет, безусловно. И многие связывают вот IPO, да, многие компании крупнейшие не выходит на IPO, это не обязательно, это нет прямой связи. Это один из вариантов капитализации. Да? На IPO выходит для того, чтобы привлечь деньги дополнительные. А зачем нам? Мы можем по-другому финансировать плюс. Да? Поэтому капитализация фактически ну, серьезно стартанет, она и сейчас идет. Но она идет так, в вялотекущем режиме. Когда вот мы начнем строить конкретные трассы. Уже от стадии чертежей перейдем к строительству. Я уверен, что в этом году мы уже первую трассу начнем строить. Поэтому вот эта вот капитализация уже серьезно вот, начнет происходить в этом году. И вот Илон Маск показал, как он ракеты взрываются, там падают, а капитализация растет. А капитализация растет. Да. Там его компании убыточные, а капитализация уже там сотни миллиардов долларов. Да? На самом деле очень важно такие параллели проводить, потому что зачастую, к сожалению, большому, люди не видят то, что происходит, так скажем, у них, так грубо выражаясь, под носом, да, и это их может восхищать, как на примере того, что ракеты
запускаются, и в то же самое время происходят неудачные попытки их запуска, но в то же самое время капитализация растет. Мягко сказано, она взрывается. Взрывается, да. А каждый штат на 300 миллионов долларов, извини меня. А мы там чуть-чуть царапнули где-то, ай-яй, это живой, как это, да. Это все плохо, это все неправильно и так далее. Да. Понимаете? То есть это такие параллели нужны. Нужны, и это, на это нужно делать акцент. Да, и надо понимать, что бизнес, он несколько по-другому устроен, чем те, кто не занимается бизнесом, а, ну, как они о нем думают. Да? Хотя почему? Потому что бизнес уже стал больше, перешел в плоскость эмоций. Однозначно. Продают эмоции. И могут втюрить продукт, который никому не нужен, ну красиво обернут его и продадут. Да. А вот хороший продукт без хорошей упаковки никто его даже брать не будет. Да? А, к сожалению, вот то, что идет борьба с нами, конкурентов и так далее, тролли, это все столько, да? Это же упаковка. И она же не очень хорошая. И вот имея такую упаковку, да там что-то шулики, да вы что там. Как писала эта белорусская пресса, да они же с фанеры сделали эту машину. Ну, где же нас фанеры? Поставили там этот, от кофемолки движок. Ну, извините, ну какая кофемолка? Эта машина, ну, она как самолет по сложности. Но я хочу сказать, что... Так вот, когда такая упаковка, очень тяжело продавать. Ну, мы сейчас и эту составляющую тоже изменили. И уже в интернете, посмотрите, уже совсем по-другому выглядит эта технология, так? То есть брендирование нового, оно тоже на это влияет, понимаешь? И тысячи свидетелей того, что это все работает, смогли уже неоднократно проехаться на ваших подвижных составах. Десятки тысяч людей, которые это все увидели вживую, и с этим можно спорить, можно не спорить, но юнибайк, он бежал несколько десятков тысяч километров. Это же не выставочный образец, хотя он объездил потом весь мир. Он был на Трансе в Берлине, был в Дубае. В этой машине сидел шейх Дубая с сыном, наследным принцем, и делал селфи. Селфи делал в нашей машине. Об этом писали на саммит мирового правительства, это не какой-то там, это очень высокий уровень был, да? В Сингапуре она была и в ряде других стран. Поэтому эта машина еще объездила весь мир. Ее весь мир тоже видел, и многие известные люди сидели в ней и фотографировались на память. И даже мы имели честь в ней присесть. Посидеть сейчас и часть интервью взять. И там качество какое высокое, там отделка какая, там кожа, там шов-шов. Не хуже, чем Мерседес или там БМВ. Меня очень впечатлил салон высокоскоростного юнилета, который в Берлине был презентован. Действительно, ты сидишь как будто в С-классе. Даже кресло, это же наше кресло. Не только вот корпус там или двигатели. Полностью ваша вся разработка. Вся, конечно, даже это. Каким вы видите развитие вашей компании через ближайшие 5 и через ближайшие 10 лет? Ну, вот прогнозы это. Сейчас такие в мире идут перемены, что может так случиться, что будущего вообще нет. У цивилизации в целом. Не то, что у нашей компании. Поэтому это прогнозы сложные, на самом деле. Ну, больше видения и вектор, который вы закладываете. Вектор, который я продвигаю, в том числе вот, вынесение индустрии в космос, не надо делать деиндустриализацию, ничего страшного с этим карбоном, с углекислым газом, и еды, и воды, и ресурсов хватит на планете и так далее. То есть это делают определенные люди с определенными целями, да, которые не совпадают с нашими, у нас другие цели. Поэтому если двигаться по тому вектору, который я, вот, ну, которым занимаюсь уже, можно сказать, 50 лет, да, то через 5 лет у нас, ну, я думаю, не компания, а группа компаний, у нас капитализация должна быть не менее 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов долларов? Да. Через 10 лет, ну, не меньше триллиона, если говорить капитализация, да. Мы в работе будут десятки, даже сотни проектов. У нас будет мощное производство по всем элементам. Сейчас же мы на одном производстве делаем и элементы эстакады, и опор, и подвижного состава, и систем управления и так далее. А там уже будет специализированное производство. И мы уже подошли к этому. И у нас уже наработаны технологии и так далее, чтобы по производству, допустим, грузовых машин, это отдельное производство, там городских, пассажирских, отдельно, высокоскоростных отдельно. Потом у нас по системе управления там много, потом по энергетике у нас много же наработок, да.
по инфраструктуре. И поэтому то, что сейчас мы в одной компании, на первую проектную часть мы выделим в отдельную компанию. Это будет проектный институт. Проектный институт. Конечно, проектный институт, да. То, что вот наука у нас тоже, это тоже будет отдельное направление, где будут тоже свои компании. Поэтому это группа компаний, а не одна компания. И в этой группе, наверное, может быть, ну, не меньше 100 будет компаний в разных странах, в разных регионах. Анатолий Эдуардович, на самом деле перспектива рисуется в моем воображении, так скажем, в моей визуализации таким образом, что группа компаний струнного транспорта Юницкого может быть одной из самых капитализированных направлений компаний на планете. Нет, так, ну смотрите, вот взять вот мобильный телефон, ну совсем недавно никто не верил, там лет 30 назад, да? Да. И даже были прогнозы, что для всего мира может понадобиться 500 мобильников, может быть, а может и не будет. Поэтому это как не перспективно. Посмотрите, самый крупнейший бизнес. Сейчас здесь не меньше 5 триллионов долларов, если даже 10 триллионов сам бизнес, да? Не только производство, да, а сама связь. Там еще больше. Эксплуатация, да, вот этой связи, да, и так далее. Так и у нас. У нас же не просто будет и проектирование, там, строительство дороги, инфраструктура и так далее, но и нас же эксплуатировать. Наша задача, чтобы иметь и собственные дороги, которые будут в нашей собственности, которые мы эксплуатируем, получаем прибыль. Да? И поэтому я же не зря в первом обращении сказал, что мы создаем самый Большой бизнес за всю историю цивилизации. Больше, чем сделали Ford, там, Boeing, Сикорский вместе взятые. Так оно и есть. Да. Потому что это отрасль, которая даже не транспортная, а инфраструктурная отрасль. Транспорт – это часть, где будут линейные города, где могут жить миллиарды человек. Представляете, построить города, где будут жить миллиарды человек со всей инфраструктурой. Только с дорогами, жильем, да, сельхоз направлением, надо же кормить это все, да? Где будет и гумус, где производиться, да, чтобы ну, почву плодоносили нормально, а не уничтожались, да? Где будет своя энергетика, вот эта реликтовая, которая не только не убьет экологию, не уничтожит живое, а наоборот прирастит. Да? И вот это все не уменьшит площадь земель, а увеличит. Потому что у нас на всей инфраструктуре сады растут. И поэтому, построив здание, сооружение, мы увеличим площадь земли, а не уменьшаем. Причем она более плодородна. И вот это весь бизнес, ну, это... Даже сложно представить, какая это может быть цифра. Сотни триллионов долларов, если говорить о нише, о рынке. Да. Да? Другое дело, какую часть мы займем. Это, естественно, туда много придет желающих, но какую-то часть мы все равно займем, значим. Ну, исходя из вашего обращения, в 2014 году вы сказали, что не менее 50%. Да. Это ну, как, цель. Допустим, Boeing. Да. Сейчас он сдал позицию, потому что конкуренты за 100 лет, ну, поджимают, да? Как Ford начинал, ну, когда Детройт, где это был центр, ну, мировой да. центр автомобилей, сейчас в руинах лежит. Японцы обогнали. Ну, на это 100 лет. Да? Ушло, да. Поэтому, да, мы не прогнозируем 22-й, хватит 21-го, да? А в 21 веке, ну, это вполне реально, вполне. Анатолий Эдуардович, вот исходя из таких перспектив, которые на самом деле более чем реальные, что бы вы пожелали всем сторонникам, которые уже поддержали технологию струнного транспорта и которые в перспективе еще с этим познакомятся и об этом узнают, какие бы вы озвучили пожелания для таких людей? Терпение, в общем-то, в ожиданиях, потому что, да, я там и сроки же называл, там, и 18-20 год, но кто знал, что столько будет форс-мажоров? Кто знал, там, про ИТУ? Ну, сроки были более предполагаемыми, чем нет, фактически. Так, вообще ни в одном бизнес-плане, ни в одном, никогда сроки не выполнили. И по деньгам, никогда, ни раз такого не было. Это же прогноз. А жизнь вносит серьезные поправки, поэтому что поделаешь. И поэтому, естественно, многие, ну, как бы уже сроки вышли, а почему, где дивиденды, где там прибыль и все прочее. Все это будет. Все это будет даже больше, чем вы ожидаете. Могли бы себе предполагать. Да, чем мы, да. И поэтому главное терпение, понимание вот это, да. Вы не потеряете деньги, не потеряете. Вы примножите, очень серьезно примножите.
И это отразится вот, на жизни, причем в лучшую сторону, детей, внуков. Они будут жить в другом мире, более экологичном, более чистом, более безопасном, в том числе благодаря нашим технологиям. Анатолий Эдуардович, мы уверены, что такое будущее будет с внедрением всех замыслов, которые вы сейчас уже реализовываете. Мы со своей стороны вам хотим пожелать успешной реализации, тоже терпения, мудрости, настойчивости и большого прогресса во всех ваших начинаниях. Благодарю вас за откровенную беседу. До новых встреч. Обязательно увидимся. Global Star Club. Возможности безграничны.